Я приветствую вас, мои дорогие зрители и гости канала Селена Маги. Сегодня была весенняя ночь, и я хочу сделать такой расклад для вас, кто приходил к вам в весеннюю ночь. Это в эти дни очень тонкая, как сказать, близкая связь между миром реальным и тем, который мы не видим. И поэтому самые лучшие и открытые, честные такие расклады больше всего раскрываются как раз в это время. Мы сделаем два варианта. Первый вариант – обсидиан. Выбирайте свой вариант. И второй вариант – это аметист. И начнем с первого варианта. Кто приходил к вам? Так, смотрим. Кто приходил к вам? Ох, выскочила. Смотрите, что выскочило. Злодейка. Злая женщина приходила к вам. Хорошо. Сама выскочила. Смотрите, сама выскочила из колоды. Она не скрывает. А мы спросим, а из какого мира? Из какого мира она к вам приходила? Сейчас я зажгу свечку. Смотри-ка, к вам приходила. И узнаем, с какого рода она, из какого мира. Может быть, и из реального мира ее просто энергия приходила. Поэтому... Спросим. Это из реального мира. Да. Два раза да. Это энергия королевы мечей и король от короля жезлов. Это что, пара? Да. Да. Это пара. Что они хотели? Это из реального мира. Вы, эти люди, живы. Что они хотели? Они хотели застопорить, застой сделать вам. Почему? Потому что они работали вслепую, они не видели, с кем они связались, они не знали. Им бы как бы... Ну, первый раз они с вами столкнулись, да. Потому что вы как император.
Нет, кто император? Кто как раз? Ладно. Высшая сила. Да. А вы знаете, потому что высшие силы их планы поломали. Планы какие-то у них были насчет имущества. А вот высшие силы, как Вселенная, вот император, ну, который этой системой смотрит все. Я спросила, правильно я? Да, да, да. Это земной, как бы земной бог. Ну да, где-то в этом роде они говорят. Да. Который руководит, действует всем. Он не дал им, чтобы их планы осуществились. А что он хотел в эту ночь? Колдовала на вас, на королеву Пентаклей, чтобы отнять у вас, чтобы у вас было поражение. Но поражение-то получается у нее верховная жрица, перевернутая колдушечка, которая колдовала на, чтобы поражение было у вас. Так, а что с королем жезлов? Ну что, другая, что ли? Да. А. У него какая-то апатия на свою подругу, на королеву мечей. Какое-то неудовольствие в этом. И он как он начал заниматься куда-то, даже ездит куда-то с одной императрицей. Императрица это не замужем. Или разведённая. Так. Это про реальных ваших. Те, которые через энергию приходили к вам в эту ночь, думали о вас или что-то хотели сделать. Я хочу конкретно спросить, а делали они на вас в эту ночь или вот эти дни магию? Да. Но это они свой шанс упустили. Они упустили свой шанс. И теперь они в расстройстве. И они не видят выхода. Будут ли они еще делать? Да. Да, будут. Они будут это делать по умеренности. Что из этого выйдет? Двоякая ситуация. Для королевы мечей. Что для нее? У нее завершение ее пары. Да. Потеря шанса.
потеря шанса, потеря ее как бы достатка. А двояк это для кого? Значит, для жезла короля что-то? Нет. А для кого? Для вас? Для вас как императрица? Нет, для другой императрицы. Да. Так, это... Она была этой императрицей? Нет, это... Это как бы подселение вот этой мечевой дамы, которая руководила ей. Из ее рода, что ли? Возможно, что-то в этом роде. И что у нее? Неисполнение мечты. Неисполнение мечты и колесо фортуны повернулось в обратную сторону. Пошло как бы бумерангом к ней. Да, да. Жезлом по башке, что ли? Ой, по финансам, вообще по всем, пятерка пентаклей. А что про жезл короля? Да тоже мне не исполнение каких-то планов. Ничего у него не получится с какой-то другой дамой. Все, черное, все. Так, а теперь кто приходил к вам из нереального мира, из мира мертвых? Кто приходил к вам из мира мертвых? Кто приходил к вам из мира мертвых? Посмотрим, кто приходил к вам из... Сразу вышла дама жезлов. Ведьма. Ведьма. И ведущая женщина. В прямом положении. Это женщина из вашего рода? Да. Да, императрица. Она установлена тоже тем же императором, тем же Всевышним. На этот трон. Что она хочет, хотела вам сказать? Что она хочет и хочет вам передать? Она говорит, будьте позитивны, будьте позитивны, слушайте вашу душу. И вы справитесь. Хочет еще что нам сказать? Нет, она говорит. А эта женщина из вашего рода. Знали ли вы ее? Да. Да. У нее это было в далеком прошлом. Она прошла башню разрушения. Как она видит вас? Она вас видит королевой мечей. Прямо ответила. Умный, готовый отрезать все лишнее
женщину, которая идет к своей цели целеустремленно, и цели уже, ну, все по плану. Холодный стратегический ум, вы наработали это. И очень умный отшельник тоже рядом с вами лежит. Что вы хотите еще ей рассказать? А как это я не хочу ничего рассказывать? А почему вы не хотите ей ничего рассказать? Потому что запрет из темного мира пока идет. Дьявол перевернутый пришел. Император Иерофант перевернутый. Просто она сказала, вот она, главное, что я бы сказала сразу вам, сосредоточьтесь на позитиве. У вас есть уже свой опыт отшельник прямой положение, у вас есть уже знания, и тогда у вас вы справитесь, говорит. Тогда вы справитесь. Мне больше нельзя ничего больше говорить. А себе ты хочешь что-то рассказать? Говорит, я боролась, и успех пришел ко мне, и авторитет пришел ко мне только после того, как я боролась. Поражение кто у кого было? В семье из-за чего? Из-за императрицы. Это враг вашей семьи. Нет. Работа не склеилась, потому что правосудие. Дисбаланс. Потому что правосудие было на чьей стороне? На вашей стороне? Были поражения. В каком роде поражения в вашей семье было? Уходили в темное, прорывались в темное. А что ты посоветуешь сейчас? Это про врагов. Да. Он говорит, ничего, я ничего не хочу советовать, ничего сказать про вас. А вот хочет она сказать про королеву Пентаклей. Да, а я спросила, это что? Еще раз спросила, это враг ваш? Да. Вот у нее будет потеря финансов,
что-то с ребенком. Они будут, много работы будут требовать правосудия, как бы, что, но туз чаш, он перевернулся. Вот эта работа, она, ну, не, вроде как мастерски, но она перевернулась. Она не успешная будет. Не успешная эта работа будет. Потому что вот этот ваш враг, вот эта башня из-за нее у вас была в вашей жизни, она также действует, как это, ну, с темными силами, нечестно. Да. Она говорит, а вы ушли, говорит, от горящих берегов с королем чаш. Очень тяжело вам было или есть. Но вы придете к девятку пентаклей, к успеху, достатку. А ваш паш чаш и искренность, любовь, или у вашего молодого человека, или сына, у родственника какого-то, будет тоже у вас общая хорошая семья будет в прямом положении. Что об этом выражении? Ну, неуверенность у нее будет, уход. У нее будет уход из вашей жизни. Вот. Так, это первый вариант. Поблагодарим ваш как сказать, данную жесту, которая пришла. Приходил к вам в эту ночь и пришла сейчас, чтобы пояснить, что она хотела вам передать из вашего рода. Выпал сразу. Женщина в этом вашем роду, она занималась, ну, ведьмой была. Она занималась магией и тяжелой магией занималась, и черной магией занималась. Вот. Так, теперь второй вариант. Идем ко второму варианту. Смотрим, кто приходил к вам в эту ночь. Опять злодейка. Из прошлого. Хотела забрать свое, возвратить свое. И как она считает это свое. Скорее не помощь, а помощь. Что обратная помощь у нас? Помощь перевернулась. Ну, плохое что-то сделать. Из-за прошлого. Ну, зачем ты приходила? Понятно. А что еще хотела? Что ты хочешь сказать? Что ты этим? Что ты хотела сделать? Положим так, что ты хотела сделать? Что у тебя получилось? И что скажут высшие силы? Так. Что ты хотела сделать? Что хотел, то не получилось. Тяжело было это сделать. Было это ночью.
Вот смотрите. Откат у нее получился. Откат ей был. Откат был от короля чаш, который был из вашего рода. Он вас защитил. Он вас защитил. Да. Смотрите, даже отрезанным. И чего король выпал? Я спросила, действительно он его защитил? Да. Ответ да. И сам король мечей выпал. Он отрезал. Не дал. Что она хотела? Ну, пентакли хотела. Хотела вас, как мечевую даму. Через дьявола. Через темные силы. Но работа не получилась. Работа, еще раз подтверждает, работа не получилась. Так. Так. Что? Что она искала, а не нашла? Ваши планы хотела она с королем жезлов насчет имущества какого-то и вашего достатка как бы закрыть, взять свою семью, но шанса она упустила. Почему это же? Она очень много клеветала на вас, поэтому у нее пошли разрухи в мастерстве и в этом, то есть чаш, достатки, разрухи, разруха началась за ее работу. Что скажут высшие силы? Он говорит, у вас молодой человек, который начинает как-то в отшельниках, остался один, но у него он получил опыт. И он справится со своей задачей. Та война, которая идет, она она прекратится, завершится. Он какое-то время не сможет ни в кого влюбляться. Какой-то урок тяжелый получил. Но ему развяжут руки. И старое медленно, но она как бы уйдет. Выгорит,
как бы я бы сказала. И вот десятка пентаклей, семья и паж чаш, он переходит уже я почему-то пажем посчитал, может так и нужно было. Слабо. Но он становится, он, у него появляется семья. Появляется семья, где любовь, вот все. Он как паж чаш, и тут десятка пентаклей. За какого-то вы молодого человека или молились, или просите Бога. У него были очень много обману, обманывали его. Магия была, чтобы забрать его удовольствие. Так. Ну и посмотрим. Это была злодейка из мертвого мира. Нет. Так. Еще раз. Вот эта энергия женщины из мира мертвых. Нет. Еще раз, нет. Значит, это энергия женщин, которую вы знаете, которая жива. Мы сейчас спросим, а кто приходил из мира мертвых? Приходил, кто приходил к вам из мира мертвых? Ой, королева кубка к вам приходила. На нее был сглаз и ритуал на смерть. Смотрите, как вышло. Сглаз и ритуал на смерть. Королева кубков. Мы спросим, знали ли вы ее при жизни? Знали ли вы ее при жизни? Нет, вы ее не знали. Вы ее не знали. Что ты хотела лично сказать, кому ты приходила сегодня? Что ты хотела лично им сказать? Вот у тебя есть шансы, только начни действовать. Наберись терпения. И начнутся перемены. Ты должна уйти из горящих берегов. Или ты уйдешь из горящих берегов? Ты должна? Да. Я спрашивала, должна? Говорит, да, должна. Из этого пространства ты должна уйти. Из этого дома ты должна уйти. Переехать. Понимаете, нам Вселенная дает подсказки. А вот кто воспользуется ими или нет, это Вселенная ничего не может сделать. Это человек решает сам. Но вот тут вам пришла из мира мертвых от королевы кубков. Такой нежной, нежной, доброй девушки, женщины. Женщина была. И, знаете, на нее ритуал на смерть делали. Ее сглаживали. Она очень была красивая. И поэтому многие ненавидели и даже делали ритуал на смерть из-за мужчины.
Да. Из-за короля мечей. Что ты хочешь еще сказать? Чему ты приходила? Да, но вот я хочу еще что-то сказать. Что? О королеве мечей. Это вы? Это вы? Нет. О королеве мечей. Она делала черную магию. Ты говоришь, ту, которая на тебя делала? Нет. А то, которое угрожает сейчас, кому-то приходило? Нет. Кому она угрожает? Аре. Вашей? Нет. Какой? Так. Она нам не дает говорить. Королева мечей, она не дает говорить? Да. Она мне не дает говорить, потому что она тут рядом. Давай постараемся. Что она хочет? Она короля Пентакли хочет. Из него дурака сделать. В жертву его посадить. Она жива? Да. Она в паре с ним. Ей хочет быть в паре. Значит, какой-то ваш родственник или сын, или ваш мужчина. В общем, она хочет его облапошить, в жертву посадить, пары быть. Высшая сила дозволит это? Нет. Нет, сказала. Потеряет. Потеря будет. Она в чем-то потеряет. Черная карта ложится. И что она потеряет? Тут жезл перевернулся. Ее закроют, она не сможет ничего больше действовать. И что еще? И туз пентаклей перевернутый. Так, вот. Мы закончили и второй вариант. Я благодарю вас. Не забудьте обменяться энергией, поставить пальчик и комментарий. И я благодарю вас за поддержку моего канала, за внимание. Вот. Я вас всех люблю и рада, что вы пришли на мой канал. А пришли вы сюда не случайно. До свидания. До новых встреч, мои дорогие.